Всю ночь у нас шел снег, очень сильная метель под навесом. Вот через маленькую такую щелочку, смотрите, сколько намело, там целый сугробик. Очистил сейчас дверь, сейчас фудбайк соберу, поеду, посмотрю, что в городе творится. Так, вот это вот наша единственная в Твери велодорожка, по которой сейчас на лыжах ездят. Вот так вот я пролетел, сейчас чуть не улетел тут, навернулся, короче, снега дофига. По дороге ехать вообще невозможно, там одни колдобины сплошные. Продолжаю бороздить. На улице минус 14, вообще не холодно. На мосту снег сдувает. Пешеходные тропинки хорошо так натоптаны. И вот такая сейчас метель. Не сильная, но снег идиот. Красота. Там, где пешеходы натоптали, там можно вообще лететь достаточно быстро. В центре, конечно, ветрище жутко, зато все вылизано. Самое главное у нас площадь с администрацией. Смотрите, как все чисто, все аккуратненько. Здесь можно гонять, очень даже быстро разгоняться. У меня тут музычка орет на всю, но когда видео включаю, сразу включается. Вот оно, может, веселенько поставлю. Набережная, новый мост через Волгу. Народу вообще никого. Зато смотрите, светло, фонарики горят, красота. Вот там у нас речной вокзал стоял, он развалился. И вот у нас долина нищих, так называемая. Дорога офигенная. Ехать можно, мне кажется, вообще и до 30-ки, но недалеко. А вот вам и вид моста. Вот оттуда я приехал. Смотрите, какая красота башенки. Здесь движуха. Есть машин дофига. Ехать тоже можно везде. Памятник Афанасию Никитину, который за три моря ходил. Народу никого, там вдалеке два человека идут. Первый, кого я встретил за всю набережную. Смотрите, снежок, красота. Никто не катается, даже на лыжах. Вечер субботы. Интересно. Городской пляж. Зонтики, вот которые летом загорают люди, но людей нет. Тишина, красота. Мне кажется, с такой большой скоростью, как сейчас я еду, я не ездил даже летом. И одинокий ларечек работает. Все, долетел я до дома, даже снег не стал убирать. Я растоптал. Короче, гонит вообще отлично. Погода шикарная. Народу, главное, никого. Видимо, холодно. Единственное, шоколадка разболталась. Поэтому вернулся. Так бы еще полчасика покатался бы. Офигенно, сейчас переключусь. Вот, вот так вот я одет. Шлем. Банданка. Сопли примерзли на усы, короче. Нормально, не холодно, ничего. Можно кататься. Первая половина пути было немножко прохладно, руки мерзли. Потом, видимо, от того, что постоянно маневрировал по снегу, стало теплее, согрелся и вот докатил. Сейчас ставлю сюда трек, который я проехал. И какой километраж. Мне кажется, летом с такой скоростью я бы это не проехал, потому что летом людей больше. И как-то бордюры мешают. А сейчас все бордюры снегом заметены, поэтому ехать вообще прикольно. Особенно на фудбайке, на электрическом, конечно.